Здорово! Тут ко мне в руки попала вырезанная сцена из фильма «Прогулка». Да, походу Ди Каприо в этом году опять без Оскара останется. Этот парень так блестяще сыграл. Я буквально поверил, что он идиот. Ну, скорее не идиот. Я бы сказал, у него мышление человека, который решил, что хату на Новый год можно 31 декабря найти. Я долго пытался проанализировать ход его мыслей в момент прыжка. Но между «я нормально стою» и «блин, сальто мой единственный выход» явно отсутствует какое-то звено. Наверное, он решил, что если прыгнуть в сугроб, ему ничего не будет. Просто он забыл, что в этом году снег не завезли. Или он просто следует правилу Джеки Чана номер 17. В любой непонятной ситуации делай сальто! А все потому, что нужно внимательнее загружать в матрице свои скиллы. Чувак не доглядел и скачал версию сальто со встроенными покупками. И когда дело до прыжка дошло, платить не захотел. Ну и, как говорится, скупой в прыжке об асфальт расшибается. Этому парню, кстати, нужно выпустить коллекцию своих елочных игрушек. Фишка такой игрушки заключается в том, что если она упадет с елки на пол, ей ни хрена не будет. Ну, разве что сломает пару ребер себе. А все вырученные деньги пойдут, собственно, на лечение этого чувака. Отчасти я его понимаю. У меня в жизни тоже бывают такие ситуации, когда хочется на все плюнуть и долбануть сальто. Это как... Если вы вдруг встали не с той ноги, мой вам совет, надевайте сразу каску. Девушка упала с кровати, споткнулась, влетела головой в косяк. Беда не приходит одна. Если день начался так неудачно, то страшно представить, как он вчера закончился и как продолжится. А может, эта девушка лунатик? Лунатики ходят во сне по ночам, скажете вы, и убедитесь, что даже с этим у нее проблемы. Мне интересно другое. Кто снимал это видео? Наверняка он наблюдает подобную сцену не впервые и решил запечатлеть особый случай из жизни этой хронически невезучей. Хотя, может, девушка готовится прийти на помощь кинематографу и таким образом оттачивает свое особое искусство каскадера? Да нет же, просто она готова умереть, чтобы только не драить сегодня унитаз, а не готовить борщ. Иногда объем воды, помноженный на силу гравитации, помогает людям. Например, создавать интересные видео. Шоколадного молочка кто-нибудь заказывал? То, что вы видите, это внезапное наводнение в пустыне штата Юта, США. Человек, снявший этот ролик, видит такое впервые за 25 лет его жизни там. Видимо, именно поэтому он решил делать видео, а не ноги. Интересная у него реакция. Смех. А, смотри, астероид на Землю летит! Видимо, именно такая реакция будет у человечества, а не паника, как в фильмах про апокалипсис, где все кричат и бегут вдоль застрявших машин. И не так драматично, как на картине «Последний день Помпеи». А будет 7 миллиардов хихикающих людей со снимающими телефонами. Чё, ходил на потоп смотреть? Ну, ходил. Ну и чё, как тебе? Да так. На один раз. Чисто поржать. А через 1000 лет откопают вот такие вот окаменелые останки людей. Ладно, скорее всего, такая реакция не потому, что смешно, а потому, что это смех восхищения перед природой. Так что если в метро с вас ржут незнакомые люди, то не торопитесь проверять, расстегнута ли у вас ширинка. Скорее всего, они просто вами восхищаются. Не знаете, чем разнообразить новогоднюю движуху? Мотайте на ус. А теперь повторите то же самое с бабушкиным сервизом и считайте, праздник удался. Что это вообще за конкурс такой? Тест на вакансию бармена? Или перед нами мастер разрешения конфликтных ситуаций на вписке? Шухер, мамка идет, прячь стаканы! А этот паренек вообще на грани сердечного приступа. Блин, как же я теперь найду, из которого пил? Интересно, а жюри хоть что-нибудь поняли из этого мельтешения перед глазами? А пофигу, дайте медальку этому шестряку и пошли чай пить. Ну-ка-ка-ка-ка. И где же он научился так быстро двигать руками?
Так, кто это сюда повесил? Мы ж тут работаем, ну-ка! Наверняка все каникулы катал в дотку с пацанами и открывал кейсы в контре. Ну, теперь-то он чемпион, и мамка по достоинству оценит его новые скоростные возможности. Это был Плюс 100-500, меня зовут Максим, пока! В новом выпуске мы забьем оба виска певицы Линде. Да-да, той самой, которую мы все любим уже очень много лет. На самом деле уже не очень легкая рука. Как ласкает. Почесал за ушком. А также познакомимся с ее группой. Что у тебя на правой руке? Мертвая шлюха. Сходим на живой концерт. Ну и так, пара сюжетиков по мелочи. Костя, скажи на камеру, вообще я хороший татуировщик? Вообще я нормальный татуировщик.